пластиковые рукоятки резинопласт, как раз вот, которые сейчас стали выпускать. Вот без пленки можно посмотреть. Не Elmax какой-нибудь попроще. Ну, ручки действительно удобные. Хоть в лес, хоть за столом, хоть как. Больше к резине, конечно, они. Не пластик, а резина. Мягенькие. Мягенькие, не скользят. Действительно. От того цена дешевле сразу. Хорошо. Сейчас поснимаем. Сейчас пойдем с ним. Сейчас поближе подойдем. Хочу из 9HS посмотреть. Я здесь, сын. Пощупать, правильно. А вот они, эти ножики. Вова. Да не, ничего не мешает. Вот правильно сделанный нож. Заточка без подвода в ноль. Без подвода в ноль. Хороший нож, очень хороший. 95 сухашка. Очень хороший. 8. Пускай будет. Дамаск. А цвет рукояти? Это у меня был нож. Я люблю вот это сделать. Мне нравится. Егор, ты можешь такой? 14, нормально. Я напишу такую-то. Русский булат.